Всех приветствую. Неделька началась не очень, я бы так сказал, караочи. Вчера утром показывал по серебру вот здесь точку входа. Давайте порисуем. Точка входа здесь была. Вот здесь я обходил. Здесь закрыл одну треть, потому что здесь, ну как и говорил, где буду выходить. Потому что здесь сопротивление, и вот в этом месте закрыл позицию совсем, стоп в этой области, приблизительно заработал там один к одному. Ну так, теперь нефть марки Brent. В понедельник показывал точку входа, показывал, что вот здесь вот образовалась плотность, вот точка входа. Зашел со стопом вот сюда. Уже вечером цена начала запиливать. Решил перенести через ночь, потому что запас хода был хороший. То есть утренней свечой бы меня вот такой вот, как вот сегодня, да, не выбило бы. В таком случае можно переносить, если запас прибыли есть. Все, понимал, что здесь накопление. Ждал, куда накопление расторгуется. Ждал, конечно, расторговки наверх, чтобы вот, вот была первая цель. Этого не получилось, расторговалась вниз. И вот здесь вот позицию закрыл. В принципе, если бы это был не вечер, это было часов 8 вечера, наверное, да, 8. Да, 8 вечера. Я бы ждал подход сюда и уже рассматривал бы вот от этой плотности движение вниз, рассматривал бы шорт. Но был вечер, и смысла в ночь заходить без запаса прибыли никакого. Такие вот сделочки не очень какие. Ну, как есть, так есть. Что сегодня? Серебро. Вот я бы, наверное, даже, ну-ка, давайте на час. Фьючерс на серебро. Да, наверное, можно уровень сдвинуть вот уже сюда. Пониже. 25.11, 25.19. Давайте посмотрим на 15 минут. Не вижу объема. Вот пришли, я объема не вижу. Но пока фаи, ну не. Фаи мы пока не перебили. Где у нас здесь? Вот было бы интересно, да, для меня сегодня, если бы мы вышли или резким движением, не резко, не важно, лишь бы откат был плавный. И вот здесь вот где-то уже поискать, посмотреть реакцию цены, искать точку на вход. Было бы интересно. Все остальные варианты, опять же, с первой целью вот сюда. Все остальные варианты я здесь не вижу. Может начать пропиливать, и цена улетит куда-то. Может, всегда нужно смотреть, как цену встречают. Вот если встретят ее, интересно, да, вот здесь, в этом месте, то да. Что сегодня еще интересно? Акция Сбербанк, 4-часовик, движется в восходящем канале, такой уверенный тренд, но сигнала, и сейчас вот торгуемся внизу этого восходящего канала, возле довольно хорошего уровня. 293, 291. А теперь идем на часовик. Пока точки входа я здесь не вижу. Чтобы было интересно. Вот пока, да, тренд рисует нисходящий, то есть хаила и все ниже, ниже и ниже. Был бы сейчас интересен выход, хотя бы один вот этот хай перебить, и здесь уже, или вот от начала уровня смотреть реакцию цены, или с выносом, и естественно со встречей объемов. Здесь совершенно неплохое движение можно взять.
в рамках вот этого вот канала. С первой целью, естественно, 300. Ну и вплоть до 310 в пределах канала. Следующая акция — ДВ, морское пароходство, 4-часовик, тикер ДВМП, АО, тикер ФЕШ. Это такая неоднодневная среднесрочная идея. Что здесь было? Накопление. Расторговали наверх. Здесь сколько-то я заработал. Вот вход был, здесь выход. И сейчас вот откат. И уже посмотреть, как здесь цену встретят. Объемы здесь хорошие налиты. Здесь были объемы налиты. Здесь вот налиты объемы. То есть против них было бы интересно вот здесь посмотреть остановку и волатильное движение наверх. Ну или с сложным выносом с каким-то. Очень интересно, тоже хорошее движение можно взять. Вплоть до цены 105. Я обязательно эту идею буду смотреть. Ставлю алерт. На самом деле идей достаточно много, но чтобы не затягивать видео, такие более близлежащие я вам показал. Всего хорошего, попутного тренда.